Акционерное общество принимает все меры для того, чтобы сделать более лучшую чистоту окружающей среды. Тем более, что РАО «Газпром» постоянно занимается и по основной работе со содержанием чистоты воздушного бассейна, да, поскольку мы поставляем газовое топливо, и от того, какие выбросы газового топлива, вы сами понимаете, что это контролируется. Я очень обращаю серьезное внимание, чтобы не испортить наш воздушный бассейн. И кроме того, «Газпром» занимается благотворительностью, занимается озеленением, и с тем, чтобы людям было приятно ходить и отдыхать. Мы крайне благодарны Нижегород «Облгазу» за такую акцию. Приятно, что в нашем городе, в нашем районе происходят такие мероприятия по посадке елей, зеленых насаждений. Это крайне приятно. На сегодняшний момент именно на ярмарочном проезде в этом сквере мы планируем дальше поставить лавочки, освещение наладить и, соответственно, урны, охрану, чтобы здесь было место не просто люди могли пройтись, прогуляться, а еще и посидеть, посмотреть на всю эту красоту, которая здесь будет вырастать.